Прежде чем приступить уже непосредственно к нашей пленарной теоретической части, первой половины заседания, мне предстоит выполнить одну приятную миссию по поручению председателя Объединенного комитета «Общественное признание». Поручить награды, которые это общественное признание учредило. Список имеется. Дело в том, что председатель этого Объединенного комитета, сейчас находится по мотивировке награды Алексеевич, он мне поручил такую приятную миссию, чтобы мы не только, так сказать, слушали умные теоретические сюжеты, понимать, воспринимать и спорить, но и некоторые, так сказать, дозы эмоций тоже принять. Объединенный комитет общественного признания награждает Скворцова Николая Генриховича за выдающиеся заслуги, большой личный вклад в развитие и укрепление гражданского общества в России, как написано в документе, почетным орденским знаком за отличие в службе. Почетного председателя социологического общества имени Максима Максимовича Ковалевского, почетным орденским знаком великий князь Владимир. Объединенный комитет наградил профессора Ганяна Анатолия Мартиросовича, заведующего кафедрой социологии Санкт-Петербургского государственного экономического университета, почетным орденским знаком, послушайте, как красиво звучит, за веру и любовь к Отечеству. Слушайте, вы мне дали имя, я так его не